Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопи Джанна Самаюктам Биндаванам Манохарам Панча Калпатару Ашаки Пасинду Бхавача Патитанам Павани Бхавашна Вибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вача Ланг Пангум Ланг Хайти Гирим Ятки Патам Аханг Банди Парамананду Мадхавам Бриндава Тулсиде Байпия Вайкешва Сача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскитта Нарунчайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхупадеша Гаурия Патрасва Пракаса Неча Садануракта Гуру Бхакти Джукто Бхакти Прамодакша Джагод Бхарана Дхейям Сада Парибхавагна Мавишта Духам Тетас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Бхитаттихам Панадопал Бхабад Дипутам Банде Махапурушате Чаранар Виндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Беспуржита кимапи году свадарши Пурнану рагра сасагра сара мурти Сарадика мои када кифам кроши Шри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Чиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита Бхуджау Канука Бодату Санкиртаной Капитару Камала Чатакшу Вишам Бару Дижа Бару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приокару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Аджануламбита Бхуджау Канука Бодату Санкиртаной Капитару Камала Ятакшу Вишам Бару Дижа Бару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приокару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Намами Ганге Таба Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Тада Синитта Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманийя Джата Калапам Гаури нирантара вибушита бам бхагам Нараяно прияманангамадапхарам
Varanasi Purapati Bhajavishanatham Vagisha Jusha Badane Lakshmi Jasha Chavakshasi Jasyasti Hidem Sambit Vam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Venam Karat Nipatitam Skhalitam Sikhandyam Venam Karat Nipatitam Skhalitam Sikhandyam Bhrashtam cha pita vasanam bhajaraj sunu bhajaraj sunu jasaika kataksa saraghat vimukchitasya saradhika parishami kadar haseno venum karat nipatitam skhalitam sikhanjam bhrashtam cha pita vasanam bhajaraj sunu Bhajaraj sunu jasaika kataksa saragati vimukchatasya saradhika paricharami kadar haseno. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagar Prabhupada. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagar Prabhupada. Один так называемый преданный задал вопрос о Прабхупаде. В Бхагаватам не написано ничего о Шримати Радхарани. И откуда она появилась вообще? Гаудия Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру задал вопрос. А кто-то хотел спросить по авторитетности имени Шримати Радхарани, о почему Бхагаватам нигде не написано имя Радхарани, сколько искали, не находим. Шрила Прабхупада, он разгневался и сказал: «Да, вы правы». Для кого имя Шримати Радхарани будет Бхагаватам? Для кого? Для таких глупцов, как вы? И что имя Радхарани Бхагаватам, чтобы вы играли с ним? Всякие сахаджи и прочее. И как мы можем ожидать, что имя Радхарани будет там открыто, оно очень сокровенно? Сиддханта Сахаджи, те, кто в Гаудия Матхе, тоже Сахаджи есть, которые открыто говорят о Радхарани, но Шрила Прабхупад говорил, это очень сокровенное. Ее имя, оно открыто, не дается. И вот Шрила Прабхупада говорит, даже прочитав все шлоки с Бхагаватам, если мы не находим имя Шримати Радхарани, то мы слепы. Где же там найти имя Шримати Радхарани? Шрила Прабхупада говорит, что шлоки Бхагаватам, Бхагаван говорит, он цитирует эти шлоки. Сарахасья, мистерия. Шрила Прабхупад объясняет Рахасья. Вот.
Оно скрыто там. По стороне люди, глупые люди, они не могут понять слово Бхагавана. Даже Бхагаван Шри Кришна не может купить Радхарани. Он не может прославить Радхарани. Кто я, чтобы прославить ее и повторять имя Радхарани? Как мы можем понять, кто такая Радхарани, что она делает? Мы видим только материальными глазами. Но Шрила Прабхупад говорит, это очень сокровенно. И в Бхагаватам имя Шримати Радхарани открыто не отдается, поскольку оно очень сокровенно, но везде можно найти все, что посвящено ей. В 10-й песне, особенно там имя Радхарани ясно ощущается везде. Но не, оно прямо не написано, но подразумевается везде. Если бы оно там было, то что толку для вас, если бы имя Радхарани было там? Шримати Радхарани, имя Шукадев Госвами не может говорить открыто о нем, объясняя. Шукадев Госвами, он сдерживает себя, поскольку из-за преполняющих его экстатических чувств, он, если бы произнес имя Радхарани, он не смог бы говорить дальше, и поэтому он имя Радхарани открыто никогда не говорил. И Шрила Прабхупад также на берегу Радхакунды, Шрикунды. Когда Шрила Прабхупад начал говорить нечто особое, даже не повторил имя, просто вспомнил, он уже не смог говорить дальше. Люди думают, что это очень дешевое. И я сожалею все время. Гурупад Падма говорит, что мы сахаджи, наш стандарт упал настолько низко, что мне неприятно. И каков стандарт был при Шриле Прабхупаде, при Шриле Кешаве Госвами Махарадже, и что случилось сейчас? Очень печально. Иногда я думаю, что делать. Шрила Прабхупад говорит, Бхагаван Шри Кришна, Нанданандан Шри Кришна. Это абсолютное сокровище для нас. Бхагаван Шри Кришна, он сокровище для нас. Кришна Према. Те, кто совершает Бхаджан, особенно те, кто совершает Гаудия Бхаджан, для них Кришна Према – это абсолютное сокровище. Если мы не сможем достичь Кришна Прему за весь свой бхаджан, то что толку от нашего бхаджана? Если мы заняты деньгами, то что толку? Не все, даже весь картик могут, как сказать, картик полагается в одном месте находиться, но не все даже так называемые проповедники не могут
весь картик в одном месте находиться и не имеют никакого представления, что такое баджан. Кто-то делает вид, что очень занят, но все же в картик благоприятно находиться весь месяц в одном месте и говорить харикатху. И вот Шрила Прабхупад Бхагаван Шри Кришна, он абсолютно единственное сокровище в нашей жизни. И действительно так. Арат Бхагаван Виджасвамия Стаддхам Виндаван. Рамма, Рамма Качиту Басана, Веди Боди Варгина Йоатра. Шримад Бхагаватам Прамана Мамалам Прима Кумарта Махану, Сри Чайтана Махапабхар Матам Идам, Таттадарана. И Шрила Прабхупад говорит, те, кто ожидает, тот, кто всем сердцем ожидает служения Бхагавате, они поймут, что наивысшая цель Шримад Бхагаватам — это Бхагаван Шри Кришна, его имя и Радхарани. Как Бхагаван говорит в Гите, и вот изучив всю Веду, если мы не можем найти, не можете найти меня, то это бесстыжие. Нам должно быть стыдно, что, изучая все Веды, кто-то не может увидеть там Бхагавана. И также, изучив Бхагаватам под руководством чистых Парамахамса Вайшнавов, только они могут понять, и поэтому я вынужден говорить об этой сиддханте. Шримад Бхагаватам. Так много сиддханты можно из прославления Бхагаватам найти. О Шримад Бхагаватам говорится, это сокровище Парамахамс. Это сокровище тех Парамахамса Вайшнавов. Это только сокровище Парамахамса, Гуру Вайшнава, падшие души, что они могут сделать? Какую-то коммерцию заниматься, какой-то коммерцией с Бхагаватам, но те, кто самосознавшие себя души, они Парамахамса, они могут пойти к Бхагаватам и показать суть всего Бхагаватам. Что это не Кришна, ну, может быть Кришна, но наверняка Шримати Радхарани. Она показывает, как служить Кришне, и это суть всего Бхагаватам, но мы слепы и не можем видеть. И вот если мы But if we are blind here, if we are blind here, blind from heart, cannot see. Be careful. If you are blind here, there are one third eyes, two eyes, you cannot, you can see what you can see. Stool, urine, woman, that you can see. But you can see by these eyes. Cannot see.
So, if you are blind, you cannot see, that's okay, still okay. But if you are blind here, then all finish. You cannot see anything. You are blind for it. Maybe you can do tilakmala, you can sit in the если мы не видим откровение в Бхагаватам, то толку от изучения Бхагаватам нет. А если мы слепые, что не видим откровение в Бхагаватам, то как мы можем помогать другим? В этом глупом мире люди заняты какой-то борьбой друг с другом, политикой. У всех какие-то предубеждения насчет многих вещей. Мы вадим не уважаем, но, по крайней мере, можно иногда видеть каких-то двойных майвади, которые носят тилаки и мало. Здесь такие настоящие майвади, то, что они чувствуют Брахму, по крайней мере. Я, конечно, с ними не... Но, с одной стороны, как качественно мы все Брахма в какой-то степени, мы находимся в этом теле, и поэтому Нарада хотел прояснить это. Весадев Госвами, он Нараян, сам Бхагаван, но все же, когда он проявляет эту лилу неудовлетворения, и Нарада в то время пришел, и вопрос Нарады был очень странный. Никто не понимал, почему Нарада сказал таким образом. И когда вы встретили меня, максимум я могу спросить, как дела у вас? Я никогда не могу спросить, как вы, как ваше тело, ваш ум. Обычно так не спрашивают, спрашивают просто, как вы. И вот когда мы можем выйти из этой концепции тела, настоящий майявади, он может чувствовать что-то. Майявади никакого обманщики, так или иначе, поскольку они игнорируют вечное существование Сварупа Бхагаваны, но Бхагавана, но, по крайней мере, их чувство Брахма, оно... Есть настоящие майявади, которые достигли совершенства и чувствуют, ощущают присутствие Брахмы везде, как Шукадев Госвами, который совершал баджан Брахме. В Бхагаватам говорится, он самый достойный. Он говорил, я чувствовал как блаженство сознания Брахмана, но не знаю, так или иначе я почувствовал влечение
когда я услышал о лиле, какое-то чувство развилось в моем сердце. Услышав это, Шукадев Госвами, он очень привлекся. Он был очень вдохновлен, воодушевлен. Он был столько времени был занят Брахмой, но не смог устоять перед красотой этих звуков, откуда они. И в итоге он вернулся к лотосным стопам Ясодева. Нужно совершать баджан и достичь того уровня. Вот Картик придет, я буду говорить о том, как Кришна Чайтанья Махапрабху плачет перед Сваруп Госвами и Рай Рамананды. Сваруп Госвами начал петь что-то посвящение, посвященное Кришне, и Махапрабху, когда тот остановился, сказал: продолжай, говори еще. Я чувствую огромную жажду слушать. Почему ты прекратил? Махапрабху плакал и говорил: почему ты прекратил? Говори еще. Мои уши, они испытывают жажду слушать еще. Были ли вы в таком положении? И как вы можете ожидать, вы можете прийти, как может следовать Шриле Прабхупаде и достичь уровня Махапрабху, если мы не имеем такого острого желания слушать? Pratishtha. It's all material Pratishtha. For why people become angry? No Pratishtha there in Upadeshamrita or something I was discussing in Sunday. Whole problem all over the world, wherever, whatever problem there. You bring it, I can show. All behind this secret thing is Pratishtha. What if maybe America, Russia, France, Italy, whatever country or whatever person, whatever problem happening, wherever it is. The seed, the very seed of the problem is Pratishtha. We cannot go out of Pratishtha. We cannot go out of body. How we can do bhajan of Radha Govinda? Если мы не можем выйти из телесной концепции жизни, то как мы можем совершать баджан Радха Говинде? Это смешно. Can you suggest me whom I can say? How I can say? If there is no 100% anugata,
Если у нас нет послушания своему гуру, то как он спасет нас? Анугати должно быть. И вот изучив весь Бхагаватам, если мы не видим имя Радхарани и служение Радхарани, то все изучение Бхагаватам бесполезно. Шрила Прабхупад говорит, Шри Говинда, о, наше единственное сокровище должно быть. Говинда – это наше единственное сокровище в нашей жизни. Be careful. Don't be foolish. Infinity life gone. Infinity life. For infinity pure we are traveling, rolling down. Still today, after getting this kind of golden opportunity, you will have to, if you are going to take decision to roll down again, in my house, мы рождались и умирали множество раз. Кто-то спросил Шрилу Прабхупаду, это возможно сделать кого-то вайшнавом? И он сказал, нет, нельзя. Мы не можем заставить кого-то быть вайшнавом, но мы можем продолжать говорить харикатху, совершать киртан, и случайно, если эта душа ответит позитивно, оставит майю. То есть кого-то специально сделать вайшнавом, доктором, инженером нельзя. Это не так. Ну, он, конечно, может сделать, но будут крайне бестолковые люди, если у них интереса нет. То есть можно пытаться, конечно, заставить кого-то быть вайшнавом или еще кем-то, но толку от этого мало. И вот Бхагаван Шри Кришна – это абсолютное сокровище в нашей жизни. Но будьте уверены, что лотосные стопы Шримати Радхарани – это… Кришна – это единственное сокровище в нашей жизни, в то время как лотосные стопы Радхарани – это сокровище самого Говинды. Тот, кто причина всех причин, он тот, кто поймет, что единственное сокровище – это ее лотосные стопы. И вот Шрила Прабхупад говорит, единственное сокровище в жизни Шри Говинды – это Шримати Радхарани. И те, кто принимают Бхагаватам как свое сокровище, те парамахамсы, особенно в Гаудия традиции,
их единственная цель в их жизни — это обрести милость лотосных стоп Шримати Радхарани. Но не все понимают и вот Прабхупада Сарасвати, он написал, чтобы предупредить нас. All the flow, Nityayan flow, coming out from the Srimati Radharani's lotus feet, can touch my heart. Nectar, исходящий с лотосных стоп Радхарани, может задеть наше сердце, если мы обрели милость Нитянанда. И вот после милости Нитянанда мы обретем милость Рада Кришны в Вриндаване. Но все же мы должны осознать лилу Гуранги. Если кто-то осознает лилу Гуранги Махапрабху, то, несомненно, он или она поймут значимость Шримати Радхарани. So after realizing, after getting the full kippa of Gauranga, и вот обретя полную милость Гауранги, и тогда мы поймем, что значимость Шримати Радхарани. Иначе невозможно. In front of public to cheat them. They can speak to cheat them, but direct realization is long and long away. In fact, Keshava Goswami was speaking, Vaman Goswami was speaking. Вот Шрила Кешава Госвами Махарадж, Ваман Госвами Махарадж говорит, что they are completely deprived. They can never get. They cannot touch. They have done such a great offense unto the lotus feet of Rasa Tattva. They are deprived forever. Что те, кто совершили оскорбление в адрес Раса Таттвы, и они не могут быть прощены. Кто сказал, что нет имени Радхарани в Бхагаватам? Кто посмел такое заявить? И имя там? Но мы не можем видеть. Janna vihayo govindo yam anedraha. Prabhupada will be explaining long way. Srila Prabhupada объясняет. So many gopikas. Так много гопи. So many gopikas. It is written. И вот говорится. It is written that one gopika. То, что одна гопи Вриндавана. Can never be compared with
не может быть сравнена с Лакшми. So it's impossible. This is impossible to realize. И как же это все осознать? So, Prabhupada is spreading. И вот Шрила Прабхупада объясняет. Одна гопи. Мы не можем сравнивать гопи с Лакшми Деви. Мы не можем сравнивать их, это оскорбительно. И каким образом? Никаким, не физической красотой. Не то, как они служат. Богатство Вайкунтхи могут, может быть, сложено в угол. Это бесконечное океанство, бесконечное богатство Вайкунтхи, оно его нельзя сравнить с красотой Вриндавана. There is red powder. They don't need fresh powder. They don't need. They can use it natural, all natural. So they are greatly satisfied. They are always greatly satisfied with the natural things available in the world, like fruits and flowers, and the pick of feather. These are there. And they don't care. One Gopika, they have immense treasure. И вот у гопи огромное сокровище. Даже Лакшми Деви дважды должна подумать перед тем, как начинать соревноваться с гопи в красоте или еще в чем-то. И вот те гопи, внешне у них нет образования, но мы не должны забывать, что все образование, вся гьяна, она приходит с лотосных стоп гопи. И по сути от Радхарани, поскольку гопи ее проявление, экспансия. И поэтому мы можем найти И вот бесконечные вишнулоки, они склоняют свои головы
перед Радхарани, которая явилась в лотосе, которая плавал по Ямуне. Шрила Прабхупад говорит, чуть раньше Махарадж говорил, что нельзя постичь Радхарани своим материальным умом. И вот Расалила — это абсолютная лила. Но Расалила — она абсолютная лила. Поскольку Бхагаван абсолют, я не могу сказать. Расалила — она более такая, поскольку Бхагаван Говинда, он хочет посвятить туда всю энергию. Шримати Радхарани хочет, чтобы Кришна был полностью доволен этой Расалилой вместе со всеми гопи. Лалита, Вишакха, они не отличны от Радхарани. И когда Шримати Радхарани видела и Говинда, он танцует с сотнями тысяч гопи, у всех одно положение, один статус. И тогда Шримати Радхарани, ее ум был очень... она была, так сказать, off-mind. В общем, отрешена была куда-то, не думала о чем-то. Only and only she can understand the mind of Krishna, absolutely. She can understand the mind of Krishna, absolutely. That's why she is thinking, well, now my Krishna is going to accept a market seva. Panchayat is a common seva, everybody can come. Follow.
И вот она была, как сказать, ну, не тут, ну, ну, в общем, смотрела, что Кришне все служат. Ты Махараш тут в каком-то месте увидел, что какой-то ачарья позволяет совершать абхишек Кришне всем, всем мимо проходящим, им женщинам и детям, и вообще всем, всем, кто там мимо проходил. Гурудев говорил, что нельзя позволять всем быть, совершать арчану, находиться в комнате, в алтаре, ну, то есть какие-то возвышенные преданные должны быть. Кого попало, нельзя допускать к поклонению божествам, к готовке. И на Вьясас, на проповедь, бестолковых людей тоже нельзя сажать. Но кто об этом думает сейчас? Поэтому множество бестолковых людей занимаются неположенными для них обязанностями. И поэтому столько проблем вокруг. They are going to bring the standard down in such a level that they can make some common platform and they can, like Saturday club and Sunday club, they can open club and dance. They like to make a platform. То есть некоторые ачарьи, они вместо того, чтобы поддерживать какой-то высокий стандарт, они делают какую-то уравниловку. Ну, так, да, как правило, это люди без, такие бесхребетные люди это делают. Only they can become angry with me. That much they can make some politics. They can plan plot, some plotting. Then they can. So, Srimati Radharani, she was open-minded. She thought, well, my Krishna today going to get common seva from everybody. How I can tolerate it? И вот Радхарани увидела, что все гопи, все остальные служат Кришне, она опечалилась и куда-то ушла. И вот она скрылась из этого места. И когда она ушла, все это рассолило, она расстроилась, распалась. Почему? Потому что Шримати Радхарани, она была связующей силой. Если кто-то физику изучал или химию, и центрифуги какие-то, центрифугал, форс. Центробежная сила и еще какая-то противоположная. Центростремительная. If the string is there in my hand, then I am going to move. One
any metal piece or anything. I can bind it. The string, this point, and this point I'm touching. Then I can show you when this center point is there. This is the center point. From this center point is actually moving. Then one force is going inside towards the center. One force is going towards the center. Follow. And another force going outside. There's a common signs, not a typical sign. Those were ABC of signs. Right. Centrifugal force and centripetal force. So when Srimati Radharani gone, и вот когда Шримати Радхарани ушла, тогда Расалила, она связующая сила этой Расалилы, она пропала. То все раз, как сказать, разбежались все. They make one in Julam or big places, the all small boys swing lila. Sometimes up and down, you have seen? Those were big, yeah? Small boys sitting, and the man, owner, they are playing the motor, boys come, ah, we small boys, we also know. When coming down, then we become very few. And another is there going out. This is more easy. Oh, there's some tiger, some horse, some car. This is small boys. Hitting it. Follow. Here's the point. So, Srimati Radharani gone means. Srimati Radharani, когда ушла, все распалось. И все разбежались. И тогда, и вот. Не подумали, что вроде такая лила была, и все распалось. Говинда тоже опечалился, обеспокоился, куда ушла Радхарани. Мое сердце и душа, мое единственное сокровище, куда она пропала. И пойду посмотрю. И тогда после этого Кришна тоже пропал, оставил всех гопи, все 100 кров гопи. Но 100 тысяч гопи не могут удовлетворить Кришну, хотя одна Радхарани может удовлетворить его. И поэтому Кришна обеспокоился и пошел ее искать. Кришна оставил этих всех гопи и пошел искать Радхарани в лесу. Даже Чандравали искала Радхарани. Если Чандравали думает, может, я соревнуюсь с ней, но все же я должна признать то, что без Радхарани мы не можем наслаждаться. Однажды Бадра на Саки Чандравали пришла и и говорит: «Саки, танцуйте, сегодня радостный день». Что случилось? Шримати Радхарани помирает. Вы можете радоваться. Она, и все сказали: «Это что за новость? Дура. Как раз и нехорошая новость, нет». Мы стремимся к Кришне только из-за Радхарани, мы можем соревноваться с ней, но тем не менее, если Радхарани умрет, то мы потеряем Кришну, и что ж в этом хорошего? Мы благодаря Радхарани обретаем Кришну.
Если Кришна на Радхарани ушла, то Кришна тоже уйдет от нас. И вот эта шлока, которую Шрила Прабхупад хотел сказать, «Аная Радхита Нунам». На санскрите мы должны быть очень бдительны, какие слова использовать, какие все остальные. Anaya Radhito. Anaya Radhito means it is feminine gender. Anaya by heart. Krishna was Krishna was worship was why? But for the time being Radharani is missing now. That's why. Govinda was worshipped by that. Говинда был поклоняем теми гопи. Anaya Radhita by heart, he was worshipped maximum most satisfaction Krishna got. Anaya Radhitam iti Radha. Radha means who is doing aradhana, who is doing aradhana all the time. Radha means who is doing aradhana. Радха, то, кто совершает аратхану Кришне непрерывно. That's why Radha. Поэтому Радха. И вот как мы можем сказать, что нет имени Радхарани ради кого? Шрила Прабхупад говорит, кому ради кого имя Радхарани будет дано там ради таких идиотов, как вы, или для людей, которые находятся в телесной концепции жизни. If your friend will like to die at present, don't like to live. So long he live, we can see this guy. This he is doing, she is doing, he is doing. We can see this guy. So that's why Prabhupada wants you to withdraw his labor. И вот Шрила Прабхупад, он, видя, что происходит в этом мире, решил оставить этот мир. И Шрила Кешав Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Прамод Шанта Госвами Махарадж, Бхакти Кумуд Шанта, Бхакти Прамод Пури. И вот как они видят, что их никто не слушает, все заняты борьбой друг с другом. И им надоедает это состояние, и они решают оставить этот мир. Dirty politics, even not available in political field. This kind of thing. They are going to spoil their money. They are going to give money to big businessmen, to their relative. But they are hearing, we are going to make some project, absolute project. They cannot hear. They can steal everything from us, but they cannot give. They cannot give. I'm sure with Bhagavatam I'm speaking, at the time of death, they can remember money position, nothing else. I promise you. Ну, некоторые люди, занимаясь якобы духовной деятельностью, то занимаются только сбором денег и ничем иным. Но что толку от этих денег на духовном пути? I'm going to give everything from Gosala here
И вот видя такую, как сказать, видя, что никто не готов слышать абсолютно истину, я опечален. Даже если привести множество свидетельств и доказательств, все равно они не могут этого принять, поскольку их удача, она, как сказать, недостаточно сгорела удача как-то так. И гопи, они все образованы. Они таттва-ведьи, знающие таттву. Как мы можем сказать, в Брахма-гите говорится, может, мы не образованы, не имеем аристократического происхождения. Мы обычные девушки с Вриндавана, и Кришна, может, уехал в Матхуру, что там более образованные женщины. Но это не факт, они говорят из-за смирения. Если мы будем изучать Таттва Сиддханту, мы найдем, что они очень образованы, поскольку все образование происходит с лотосных стоп Шримати Радхарани. Кто источник всего знания, источник всех деви? Рукмини, Сатьябама, Джамбавати, кто бы там ни был, все они исходят с лотосных стоп Шримати Радхарани. И как мы можем сказать, Шримати Радхарани из-за смирения говорит, и в Бхагаватам, в Гопи-гите говорится, у них есть таттва-гьяна о Кришне, но все же, как будто ее нету. Поскольку если таттва-гьяна, она
То есть, если бы не татва гьяна была бы проявлена, то Мадхури не могла бы быть, она бы была затменена Айшварией. Но они не хотят Айшварию, вся лила Вриндавана, все, что там есть, с самого начала до конца. Вся Кришна лила, вся Вриндавана лила, лила. Это Мадхури лила. Айшвария там, но Айшвария, она покрыта Мадхури. Поскольку если бы Айшвария была более проявлена, то Мадхури бы не было, они не смогли бы получить этот насыщенный вкус Мадхури расы. Если Айшвария гьяна преобладала над премой, я хочу Ну, когда эти пастушки, они тоже не чувствуют, что они друзья Кришны, поэтому ведут себя как его друзья. Сердце чистых саду очень там тонко, очень нежно. Даже если бить кого-то перед саду, саду будет переживать. Как будто его самого бьют. Мы даже такого не можем понять. Мы можем слушать какие-то большие лекции или говорить о них, но чувство этого не у всех можно найти. Даже из ловушки майя не все могут выбраться. Это минимальное требование, чтобы начать настоящий Кришна-бхаджан. They are like, you know, like big, you know, boss. I say, they are actually in our society. В нашем обществе можно найти. Мафия, they are мафия. Вот мафия всякая. Мафия, political mafia. Политическая мафия, образовательная мафия. Тут много популярно. Кто-то думает, что это джентльмены в галстуке, в костюмах, но по сути мафия в образовании. В спорте там спортивная мафия. Духовной мафии тоже много. Могут убить вас и в Гангу выкинуть. Всякие саньяси и прочие в рыжей одежде. И вот, может, кто-то не верит, но тем не менее факт. Духовной мафии тут полно. Могу даже прикоснуться к Нарисимхадеву или к Шалаграму и поклясться, что тут этой духовной мафии очень много. Но кто-то думает, что все, кто носит одежду саньяси, имеют какое-то отношение к духовности. И вот мне стыдно говорить о Радхаране. Кто-то
И это мне неудобно. Гопи, у них есть полная татва гьяна, все знания в них, да, но... Из Гопи-гиты я могу вам привести свидетельство, там у гопи говорят, о Кришна, ты присутствуешь везде, как сверхдуша. Как гопи поют, они в разных лесах, я был там в разных лесах гопи ночью, в Пурниму, полнолуние. Они выходят и зовут Кришну: «О, Кришна, где же ты?» Что это значит? Если у кого-то есть какие-то идеи о санскрите, он может понять. Здесь говорится, что ты, несомненно, не сын гопи, ты присутствуешь везде, как сверхдуша. Кришна присутствует везде, даже в каждом насекомом. И вот гопи у них точно есть татва гьяна, иначе как? Татва гьяна есть, но в скрытой форме. Она покрыта мадхурией. Шукадев Госвами спрашивает Парикшит Махараджа. И вот он говорит: о Гурудев, когда они приняли Кришну как героя, не было у них такой идеи, что Кришна — Верховный Господь. Парикшит Махарадж говорит, когда они приняли Кришну как... У них не было представления. Они не думали, что Кришна — это Верховный Господь. Не было даже мысли такой. Если бы такая идея была, то вся лила, она бы развалилась. Как если мы... Ну как кто-то продает какой-то сок, разбавленный водой, так и здесь. Вся татва гьяна, она есть в гопе. Но все же
она покрыта, все это покрыто Мадхури, они чувствуют, что ничего там нет. Кришна наш друг. Гопи думают. Яшода говорит, что это мой сын, как это Верховный Господь Удов. Что ты несешь, Кришна никакой не Бог, а мой сын. И действительно так Кришна думает. Яшода, моя настоящая мать. Нанда Баба, мой отец. Нандат Маджа. И таким образом я смогу доказать с различных татв, с различных тат, с различных углов зрения, что Шримати Радхарани и Гопи, они это абсолютный идеализм на пути Кришна Сева. Но у всех какая-то особенность. Поскольку внутри Мадхури расы, все другие расы, они естественно присутствуют. Внутри Мадхури расы, все расы автоматически там. И поэтому, находясь на нейтральном уровне, мы можем обнаружить то, что там Мадхури Лила, Паракия Мадхури Лила, она более великолепна. Что в Чайтанья Чаритамрите говорится, мы должны запомнить все эти шлоки, хотя не на бенгали говорить, на харикатхе. Паракия Бхаве Хой Росе Улас. Кришнадас Кавираж Госвами пишет, Паракия Бхава раса, она какое-то великолепие приобретает. Рас может достичь какого-то великолепия. Рас абсолютного, поэтому все наши Гауди Гурварга, она обретает этот вкус, который Махапрабху хотел показать нам в Кратиграту. Я хочу обсудить это с различных точек зрения. Все лилы в Нилачале, это зависит от вас, от вашего настроения. Если вы вдохновитесь этим, я могу, буду говорить больше. И вот сегодня авербав титхи, явление Шримати Радхарани, так ли это? Кришна Джанмаштами — это был настоящий день явления Шримати Радхарани. Сокровенный день явления никто не знает. Поскольку Кришна никогда не находится без Радхарани. Шакти, Шакти Матурабет. Шримати Радхарани никогда не отделена от Кришны. Чтобы одурачить нас, и вот и вот Джанмаштами, Кришна Вибхав Титхи, мы знаем, но все же мы можем сказать, что Радхарани тоже явилась в тот день сокровенно, как мы об этом узнаем, как мы можем говорить об этом, поскольку противоречит. Мало кто может признать это, но тем не менее мы должны признать, что сегодня явление Радхарани мы соблюдаем тоже, но я знаю, что Радхарани явилась вместе с Кришной. И откуда я об этом узнал, поскольку говорится в Бхагаватам, в Гопи-гите. Гопи-гита.
И вот гопи говорят, первое, шлока. Now you can sing, shout, Jayati te dhikam janmana brajo shrata indira shashadatrahi daita dikshutam dikshutavaka taidita sabo stam vichimbate. They already written it is. И вот дети же сказано, мне ничего сказать, и гопи говорят. Когда вы родились, Вриндаван вечно присутствует, все знают. Но все же, когда вы проявили свою лилу, Джайатитекам, когда вы родились, как? Как будто появилась некая неизвестная сила Шакти, которая украсила весь Вриндаван. Конечно, он был уже красив, но все же стал более прекрасен. Нечто проявилось, некая Шакти. И гопи говорят об этом. Гопи открыли эту мистерию. Индира значит Лакшми. Гопи говорит, как будто Лакшми. Лакшми украсил весь Вриндаван, и это Индира. Что значит Лакшми Деви? Но внутреннее читание Чайтамрити данное, каково это значение Радхарани? Сарва Лакшми Радхарани. So you understand? Follow what I say. Sarva Lakshmi Mayi in Chaitanya, you can read Chaitanya Chaitanya, Chaitanya Bhagavatam. Every day, one page. Вот рекомендуется читание Чайтамриту, читание Бхагавату. Каждый день хотя бы страничку читать. So it is written. И вот говорится. That Jayati Te Dikam Janmana Abhujo Shraita Indira Shashadatri. Когда вы родились, чудо произошло, мы увидели, что вся обстановка стала такая благоприятная. И здесь гопи говорят, когда ты родился, источник всех Лакшми Шримати Радхарани, а тоже пришло, чтобы украсить все к твоему явлению. Она скрыто явилась тогда, а сейчас открыто. Явилась, чтобы благословить нас. Она единственная, кто может организовать милость для всех бесчисленных душ. И даже Шримати Радхарани, она может организовать милость для всех, и она может. Shrimati Radharani,
Сделайте что угодно. И Шрила Прабхупад говорит, таким образом Радхарани организует милость для всех бесконечных живых существ, прямо или косвенно. И вот эта шлока, с которой начала, она очень странная. Когда Шримати Радхарани, Бхагаван Шри Кришна, он получает возможность увидеть Радхарани, случайно Кришна куда-то идет, и по дороге он видит Радхарани. Что случается? Кришна беспокоится, его флейта выпадает из рук, одежда развязывается. Когда гопи и Шримати Радхарани ищут, они гопи находят Кришну. И находят Радхарани, что она где-то плачет. И вот и где это Петха деревня, там они находят. Бхагаван сидит под деревом. И гопи. Они находят четырехрукого Нараяна. И говорят, Наму Нараян. То есть им Кришна нужен, а не Нараян. То есть там Кришна. Но они не узнают, что он Кришна. Они воспринимают его как Нараяна. А когда Радхарани приходит, то Кришна пытается как-то сдержать четырехрукую форму. И чем ближе Радхарани приходит, тем больше трясется Кришна. В итоге две руки у него попадают, и он становится Кришной. Кришна так или иначе хотел поддерживать четырехрукую форму, но в присутствии Радхарани этого не может. И становится. Бенум карат нипатитам скалитам сиханьям брастанча питабасанам браджа сону джасайка катакса сарагат вимурчитасья сарадика паричарами кадара сено ванча калпадруши кваса патитан павана бхавишна пью нама. Give danda, no. Stick. Too much, so much kirtan I cannot do. Limited kirtan I can do. Bande hangsi guru siddhu pada kamalam. Vaishnamahamsa sirupam sagrajatam sahagunaritam raghunanitam tam sajivam sadvaitam saudatam parijan saitu kishna chetam devam shishirasi kishna padam sahagunaritas vishakam tam agyanati vinandakunanya sahagunaritam sahagunaritam vanchakalvatam sivasam vishnabhyonam taptakanchana gorangiradhi vinnashi vishvam sada paramami haripri si kishna chaitanna pahunitthananda siyadvaita gadada sivasati gaurabha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Gurudev, kabe tabo karuna prakashe. Gurudev, kabe tabo karuna prakashe. Shri Gauranga lila hai nitya tattva. Эй, дирови, шасе,
Си Гауранго Лила, ой, нито тото, еди рохи шай. Хари хари боли, гудмо каноне, рами бодаршано ясе. Хари хари боли, гудмо каноне, рами бодаршано ясе. Нитай Гауранго Адито Сивар, Гададхаро Панчаджано. Нитай Гауранго, Адито Сивар, Гададхаро Панчаджано. Кришна Мураси Басаби Джагат, Кари Маха Санкитано. Кришна Мураси Басаби Джагат, Кори Маха Санкитана. Китана Вилас Мидангу Баджан Суни Боя Апну Кане. Мидангу Баджан Суни Боя Апну Кане. Дехия Дехия Селила Мадхури Пашибо Преме Рогане. Расия Нагия, Селила Мадхури, Басиво Преме Рогане. На Дехи Авар, Селила Ротон, Кадиха Гауранго Боли. На Дехи Авар, Селила Ротон, Кадиха Гауранго Амаре Вишои Пагало Болея, Ангете Дивье Кодули. Амаре Вишои Пагало Болея, Ангете Дивье Кодули. Гурудев Кабе Табо, Коруна Прокасе. Гурудев Кабе Табо, Коруна Прокасе. Дайал Гуру Дево, Дайал Гуру Дево, Гуру Дево, Дайал Гуру. Дайал Гуру Дево, Дайал Гуру Дево, Гуру Дево. О, хе Вайшнаво Тхакуро, Даяро Сагоро, Идасе Корма Кори. О, хе Вайшнаво Тхакуро, Даяро Сагоро, Идасе Корма Кори. Дия Падо Чая, Садохе Ямаре, Тумаро Чарано Дхори. Дия Падо Чая, Садохе Ямаре, Тумаро Чарано Дхори. Чаяве Годоми, Чаядо Шошоди, Чаягуно Дехо Даше. Чаяве Годоми, Чаядо Шошоди, Чаягуно Дехо Даше. Чая Сато Санго Дехо Хе Ямаре, Басачи Сангеро Асе. Чайсато Санго Дехо Хе Ямаре, Басачи Сангеро Асе. Экаки Ямар Нахи Пае Бол, Паринамо Санкитане. Экаки Ямар Нахи Пае Бол, Паринамо Санкитане. Туми Кипа Кори Шудда Винду Дия, Дехо Кришна Наму Дхане. Туми Кипа Кори Шудда Винду Дия, Дехо Кришна Наму Дхане. Кришна Се Томар, Кришна Дите Паро, Томаро Шокти Аче. Кришна Се Томар, Кришна Дите Паро, Томаро Шокти Аче. Ами То Кангар, Кришна Кришна Боли,
Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktavinda Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavinda Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavinda Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavinda Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Daya Kori Sri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Daya Kori Sapashado Siyo Dhamo Sahoyabhatori Sapashado Siyo Dhamo Sahoyabhatori Otanta Durlabo Premo Koribare Dano Otanta Durlabo Premo Koribare dano Sikhaye sarunagati Bhakte tero prano Sikhaye sarunagati Bhakte tero prano Doino yatmo nivedano Bhakte te varano Gopite varano Avasharyak Kiven Krishna Vishasopalano Vishasopalano Sarangusangunanguti Hoi Vijaharo Nāṅgati Kai Vejaharo Tāharuka Sune Sinanda Kumaro Tāharupa Tona Sune Sinanda Kumaro Rupo Sanatana Pade Vantatina Dhari Rupo Sanatana Pade Dantatina Dhari Bhakati Vinado Pade Rupada Dhari Bhakati Vinado Pade
Кадия, вали, амитоя дхама. Кадия, кадия, вали, амитоя дхама. Чигай сарнагри, хотиропано. Чигай сарнагри, хотиропано. Ваджаси Кришна Чайтанья Прабху-нитананда Сиаддвайта Гадада Сивасади Гора-бхакта-винда Ваджаси Кришна Чайтанья Прабху-нитананда Сиаддвайта Гадада Сивасади Горанго болите хаве пулако шориро. Горанго болите хаве пулако шориро. Хори хори болите но. Бабе ниро, хори хори боли тено, оле бабе ниро. Ар кабе нитай чаде, коруна ой, ар кабе чаде. Бисае чария кабе, шуддо хабе моно. Бисае кабе, шуддо хабе моно. Кабе хамо. Jayo, 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 Jay
Дамодаро роти бардхано бесе. Дамодаро роти мадхано бесе. Орини спуто брин да випине. Шобхану додхи навасакхи лекхе. Шобхану додхи навасакхи лекхе. Лолита шакхи гуна рамита висакхе. Лолита шакхи гуна Рамитабисаге, Джайо Раде, Джайо Джайо Мадхава Джайи, Джайо Раде, Джайи. Карунам Курумай, Карунабхари, Карунам курумай, карунабхарите. Шанака санатана варнита чарите. Шанака санатана варнита чарите. Кришна, Хари Хари, Хари Раму, Хари Раму, Раму Раму, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Раму, Хари Раму, Раму Раму. Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама. Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама.
Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Нитай Гаур Хари Бол, Хари Бол, Тай Гаур Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол, Тай Гаур Хари Бол, Хари Бол, Бол Хари Бол, Бол Тай Гаур Хари Бол, 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 Тай Гаур Хари Бол